вот в банковском секторе, что вас подвигло перейти в совсем другую область, пенитенциарную систему? Свою мотивацию немножко расскажите. Да, на самом деле, как бы это все недолгое время, я как бы с 96 года по 2016 год, и, соответственно, 20 лет работал в банковской системе, из них более 14 лет работал в государственном экспортном импортном банке, 2 года с разрывом работал в Укргазбанке, который более 95% принадлежит государству, а также еще работал в банке с иностранным капиталом более 3 лет. На самом деле это большой вызов, это действительно как бы крайне важная и нужная работа, изменить такую закрытую систему, такую сложную систему, изменить отношение общества как к заключенным, так и к работникам пенитенциарной системы. Это очень важные аспекты и для меня, в том числе как гражданина. Вопрос, почему я принял такое решение, это я часто со своими коллегами, товарищами говорю, что не надо говорить, что вот мы хотим жить в Европе, надо начинать с себя, надо начинать жить в Европе, надо останавливаться на красный свет, пропускать пешеходов, бросать мусор в урну, выполнять как бы абсолютно нормальные нормы. То есть, и вот я тоже для себя принял такое решение, что если мы говорим, что должно что-то меняться, то ну, значит, надо вот идти и это менять. Я знаю, что как бы, так сказать, у меня есть большой менеджерский опыт, и я думаю, что безусловно только с участием и при помощи коллектива пенитенциарной системы, я хочу это подчеркнуть, только с участием и при помощи коллектива пенитенциарной системы мы достигнем изменений в этом большом проекте изменений.